еще и возьмем. Не пристегнут. Да, бог с ним. Россияна видал. Да, скорее всего. Хочу торопиться. Ну да. Доброе утро. Доброе. Спектр РТС, документы, пожалуйста. А что случилось? Вынуждены вас побеспокоить. Ну, побеспокойте. Знаки ограничения видели? Видел. Какой знак был? Ой, там и 60, и 70. Вы не обманывайте сами себя. 70 был, 60 не было. Был знак ограничения 70, угу. Потом 50. Угу. При знаке 50 с какой скоростью должны ехать? А что за знак-то? Там что, ограничение максимальной скорости 50. Как у вас там по законам-то, по вашим украинским замечательным законам, там должна быть еще табличка, поясняющая, почему такие знаки, да? Или я что-то путаю? Путаете. Да правда? Да. В 2013 году правила изменились дорожного движения. И что сейчас гласит? Что гласит? Да-да-да. Что, поясняющий-то? На постах ДПС. Ага. В зоне недостаточной видимости устанавливаются знаки ограничения максимальной скорости. А что, разве недостаточная видимость? Нет, пост ДПС было написано. Где? У вас. Когда вы приближались. Ну, бог с ним. Ну, ладно. Чем все кончится-то? Надо выполнять требования дорожных знаков водителя. Ну, впредь будет. Водитель чем руководствуется на автодороге? Ой, господи. Вы ни вопрос не отвечаете. Отдохнуть надо. Согласен, сейчас день встану. Да. Согласен, правила дорожного движения тоже пишут. Если водитель устал, ему надо отдохнуть. Так или нет? Да, 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 согласен. Ну, совсем согласен, но не выполняете ничего. Ну, вы что будете делать? Протокол выписывать? Давайте выпишем. Зачем вам протокол? Мне абсолютно. Вам протокол не поможет, если вы не выполняете правила дорожного движения. Блин, да, действительно. Ну, ладно, я буду выполнять. Ну, все. Вспомните мои золотые слова еще. У вас дорога дальняя. Да, согласен. До свидания. Вспомните его золотые слова.